Генеральный партнер проекта «Декоративные страсти» – салон «Идея декора». «Гардиан» – профессиональное решение для ценителей безопасности, надежности и красоты. «Гардиан» – стальные двери и надежные замки. Я рада приветствовать всех тех, кто сейчас с нами на Первом городском. Вы смотрите проект «Декоративные страсти», и мы готовы помочь каждому, кого волнует вопрос ремонта. Если вы готовы полностью изменить интерьер своего дома, то мы только за. Мы сделаем его красивым, а самое главное – со вкусом. Потому что с нами работает профессионал своего дела, дизайнер Раушан Мухамбеткалиева. Что касается бюджета, то здесь вы тон задаете сами. Но скажу уверенно, с проектом «Декоративные страсти» вы экономите значительно. Потому что дизайн-проект достается вам абсолютно бесплатно. Нашу сегодняшнюю участницу зовут Эльвира. Она мама двух замечательных деток. Недавно они с супругом приобрели новую квартиру, переехали и, соответственно, нужен ремонт. Эльвира относительно давно подала заявку в проект «Декоративные страсти», но набралась терпения и дождалась дизайнера Раушана Мухамбеткалиева. Раушан, спасибо большое, что согласились подготовить проект нашей квартиры. Вот гостиная наша, пожалуйста. Хорошо, это гостиная. У вас, смотрю, и балкон большой, такой вот интересной формы. И комната достаточно большая. Какой же вы ее видите в будущем по стилю? Вы знаете, у нас комната достаточно большая, светлая, но немного неправильной формы, поэтому хотелось бы видеть ее, опять же, достаточно светлой, но в то же время яркой. В классике, но чтобы была какая-то изюминка, какая-нибудь яркая нотка именно в цвете. А также хотелось бы в районе балкона видеть что-то вроде декоративного небольшого сада цветов. Ага, такой вот зимний сад, да, можно сказать. Как раз у вас и форма будет интересная. Пожелания участницы лаконичны и понятны, что немаловажно для дизайнера. Цветовая гамма какая? Цветовая гамма. Зеленый цвет успокаивает. Мы к нему уже, в принципе, за то недлинное время, которое мы здесь проживаем, привыкли. Поэтому предпочитаем, наверное, в зеленых тонах. Пускай это и остается. Как отметила участница, зеленый цвет успокаивает, умиротворяет. И самое главное, зеленый в разных его оттенках со временем не надоедает. Потолок у вас, он, смотрю, невысокий совсем, да, трещина идет. Да, небольшая трещина, но поэтому хотелось бы его закрыть натяжным, наверное, потолком. Глянец. Да, глянец увеличит высоту потолка. Да, это будет хорошо, мне кажется, для нашей комнаты. Эльвира не против экспериментов в своей гостиной, а дизайнеру такая смелость только на руку. Раушан обязательно придумает что-нибудь интересное. Мебели минимум, то есть с этой стороны, опять же, это уже на ваше усмотрение, нам нужен небольшой, может быть, диван, либо уголок светлый, либо и с другой стороны что-то вроде нескольких полочек, то есть для украшения выставить вазу, книжку, что-то. Телевизор, да. Поставить, повесить. И если можно, моя мечта – это либо камин, либо декор в виде камина, то есть что-нибудь такое. Хорошо. Здесь квадратура позволяет установить даже и камин. Мне кажется, даже вот, может быть, угловой какой-то будет. Здесь впишется вполне, да. Несмотря на то, что цветовая гамма дверей вполне может быть уместна в будущем интерьере, хозяева планируют их заменить. Вы уже посмотрите в соответствии с тем стилем и с тем цветом, который вы выберете основным, я думаю, вы подберете. Хорошо, в принципе, вы так быстро все объяснили, что все понятно. Останется только подобрать вам обои, расставить мебель. Ну и думаю, я справлюсь с этим заданием, и вам должно в будущем это понравиться. Буду очень надеяться. С нетерпением ждать того, что у вас получится. Большое спасибо заранее.
Сделайте свой дом красивым вместе с проектом «Декоративные страсти». Для дизайнера Раушан Мухаметкалиевой все те задачи, которые мы перед ней ставим, интересны, будь то черновой вариант, либо чистовой. Раушан в каждом проекте найдет свою изюминку. Наша участница Эльвира готова ко всему новому и интересному. Но желательно, если в комнате сохранится светло-зеленая цветовая гамма и то напольное покрытие, которое есть на данный момент. Раушан готова поэкспериментировать. Сегодня я работаю над дизайн-проектом для Эльвиры. Это гостиная комната, достаточно большая. У нее уже есть напольное покрытие, которое она хочет сохранить. Но в магазине Декория я хотела бы предложить ей вот такую кварц-виниловую плитку. Вот такого очень красивого оттенка. Она так переливается, даже вот какой-то золотистый оттенок у нее есть, который будет очень хорошо подходить под тот ламинат, который уже лежит в этой гостиной. Я предлагаю ее постелить в зоне, где будет у нас угловой камин и зимний сад на балконе. Сочетание напольных покрытий, то, которое есть и то, которое, возможно, будет, внесет новизну и разделит гостиную визуально. Таким образом, комната будет казаться еще больше и интереснее. Обстановка в вашем доме должна вас воодушевлять, умиротворять. Только тогда вы будете пребывать в комфортном состоянии. Если интерьер вашего дома вас периодически раздражает, то срочно меняйте все вокруг. Элементарно сделайте перестановку, либо разбавьте комнату декорами. В идеале, конечно, лучше обратиться к специалисту. Я напоминаю, сегодня мы работаем над проектом гостиной комнаты для нашей участницы Эльвиры. И сейчас мы отправляемся в салон «Идея декора», чтобы выбрать обои. Я продолжаю работу над гостиной для Эльвиры. И сейчас моя задача подобрать обои. Здесь, в салоне «Идея декора», я подобрала вот такие вот обои с таким очень интересным растительным узором, ведь у нас классика. Эльвира отметила то, что хочет зеленый цвет. Но в качестве обоев, декоров, я все-таки решила оставить более такие приглушенные оттенки. В данном случае такой вот светло-зеленый, может быть, слегка вот какой-то есть бирюзовые тоже оттенки просматриваются здесь за счет еще серебряного перелива. Такой выбор обоев позволит сохранить пространство и сделать комнату еще светлее. Как раз-таки вот эти вот переливы, они будут переливаться на этом свете и смотреться очень эффектно. Такой вид обоев у нас пойдет как декор. Ну а основной вид будет вот таким вот узором. Тоже есть такой вот серебристый оттенок, возможно, даже за счет этого присутствует здесь, проглядывает тот же зеленоватый оттенок. Он будет ловить оттенки с напольного покрытия, какого-то текстиля зеленого цвета, и как раз-таки у нас остается такая вот атмосфера умиротворенности, скажем так, природы за счет зеленого цвета. Ну и в дальнейшем у нас ведь будут какие-то модульные панно, картины с той же природой. Несмотря на то, что дверь в гостиной вполне функциональна и подходит по цветовой гамме, Эльвира озвучила, что будет их менять, и мы рады помочь ей в этом вопросе. Сейчас дизайнер Раушан Мухаметкалиева в салоне «Идея декора», и она посоветует в корне другую дверь. Она должна понравиться, но, по крайней мере, под дизайн проект она точно подойдет. Эльвира пожелала оставить напольное покрытие, и поэтому к нему мы будем подбирать сейчас дверь. В данном случае я хочу показать только дверное полотно, потому что в этой гостиной будет двупольная дверь.
Если взять за основу цвет и фактуру, то в двупольном варианте такая дверь будет смотреться весьма эффектно. Она как раз-таки очень хорошо подходит под то, что сейчас есть, тот ламинат, который сейчас есть. И дверь с очень интересным большим остекленением, рисунок, цвет очень такой вот теплый, интересный, с такими вот текстурой дерева, ярко выражена здесь. И это классика. Классика очень такая вот солидная. Здесь же можно будет аксессуары сделать какие-то, или серебро подобрать, или же в данном случае это бронза. Дизайнер советует то, что будет подходить под будущий проект и, соответственно, ремонт. Выбор Раушан основан на пожеланиях Эльвиры и, соответственно, на идее самого дизайнера. Тендор – один из крупнейших производителей межкомнатных дверей в России. Благодаря профессионализму сотрудников, высокотехнологичному оборудованию и постоянным капиталовложениям в развитие фабрики объемы выпускаемой продукции непрерывно растут и предприятие расширяется. За 17 лет существования на рынке был накоплен огромный опыт, освоены и внедрены самые передовые технологии, достигнуто оптимальное соотношение цены и качества товара. Я напоминаю, генеральный партнер проекта «Декоративные страсти» – салон «Идея декора», а наш незаменимый дизайнер Раушан Мухаметкалиева, которая готова сейчас представить вам свою работу. Но прежде напомним, что требовалось от нее. Наша участница Эльвира обратилась в проект «Декоративные страсти», чтобы дизайнер Раушан Мухаметкалиева помогла определиться с будущим интерьером. Недавно Эльвира вместе со своей семьей переехала в новую квартиру. Сделать что-то свежее и интересное – вот основная задача дизайнера. Эльвира попросила в интерьере сохранить зеленый цвет и использовать минимум мебели. Балконную часть наша участница решила озеленить, сделать небольшой цветочный сад. Дизайн проекта от Раушан Мухаметкалиева готов. Вот что может получиться после его реализации. Стена, которая прямо от входа, оформлена обоями с растительным рисунком. Цветовая гамма мягкая, оттенки серого и зеленого. Также добавлены серебристые детали. Более точно рассмотреть и приобрести такие обои можно в салоне «Идея декора». Здесь же в углу камин, о нем мечтала Эльвира. Над ним зеркало. Пол, потолок и диван в светло-бежевой песочной гамме. Потолок, как вы обратили внимание, глянцевый. Он выполняет сразу две функции. Во-первых, скрывает потолочную щель, а во-вторых, визуально увеличивает высоту стен. По просьбе участницы основная площадь пола оставлена прежней. А вот добавить дополнительное напольное покрытие будет не лишним, считает дизайнер Раушан Мухаметкалиева. Противоположная стена оформлена интересным декором. Здесь же полочки для книг и сувениров. Балконная часть представлена в светло-зеленом цвете, который перекликается с общим фоном комнаты. Балкон Эльвира планирует украсить цветами. Также хочется обратить внимание на дверь, она двупольная, в цвете темный орех. В салоне «Идея декора» Раушан показала цвет, форму и фактуру такой двери. Проект для участницы Эльвиры готов. Минимум мебели, все свободно и легко, красиво и со вкусом. «Декоративные страсти» – это кладезь. Здесь творчество перемежается с полезной информацией. Мы показываем и рассказываем, как можно обустроить свой дом. Говорим о том, где можно купить нужные красивые вещи. А также учим вас
что-то мастерить своими руками. Сегодня у нас в гостях мастер по декупажу Гульсина Иванова. Здравствуйте. Сегодня буду проводить мастер-класс по украшению своего вот футляра для очков. Вот для этого надо будет спирт, ватные диски, клей, краска белая, краска грунт, золотая красочка, лак, спонжики, кисточки и салфеточка, откуда я рисунок возьму. Так, начинаем работать. Обезжириваем поверхность. Теперь берем белую краску, грунт и скорее всего, вот этим спонжиком, наверное, так буду красить. Одного слоя будет мало. Сейчас надо будет подсушить. И потом еще один слой, пока совсем ровненько не будет белое. Первый слой просушили. Теперь еще. Пока не получим нужный результат. Несколько слоев. Чтобы быстрее все это сделать, можно воспользоваться феном. Я сейчас вот первый слой просушила феном. Придется, наверное, еще третий слой положить. Несколько слоев краски я наложила. Ну вот немножко вот такие темные пятна, как бы там структура такая. Она проявляется, но я буду делать в таком ретро-стиле, поэтому это не помешает. Теперь для защиты салфетки я покрою сейчас одним слоем лака. Ждем, когда высохнет. Лак подсох. Теперь я отрываю салфеточку, чтобы можно было наклеить ее. Обрываю края, чтобы меньше видно было переход от салфетки к краске, потому что если просто порезать, там края будут грубые. Теперь берем лак и аккуратненько вот так от центра к краям. Одну сторону наклеили, теперь вторую. Теперь ждем, когда высохнет. Так, теперь немножечко, чуть-чуть, и дадим блеск такой вот полусухим спонжиком. Такой законченный вид придать. Ну вот теперь у меня новый футляр для очков. Вот такой. Пробуйте, экспериментируйте. И у вас все получится. Удачи! В ремонте самым дорогим строительным материалом являются ваши нервы, поэтому берегите их. Не секрет, когда делаете ремонт, очень важно учитывать абсолютно все. Это выбор отделочных материалов, строительных материалов, каких-то вспомогательных элементов. И самое главное здесь, конечно, не переплатить. В торговом доме «Арман» в отделе европейских строительных материалов все к вашим услугам. Отличная ценовая политика и большой выбор нужных вам товаров. Я вас уверяю, не пожалеете. Отдел европейских стройматериалов удобно разместился в торговом доме «Арман». Здесь вы найдете много нужного товара для красивого ремонта. А самое главное, цены вам понравятся, потому что здесь все из первых рук. В 2006 году бизнесмен Виталий Филимонов начал поставку в Актобе стройматериалов лучшего качества из разных городов постсоветского пространства. Став официальным дилером многих позиций, Виталий облегчил жизнь людям, которые решили делать качественный ремонт. Сначала Виталий поставляет товар на склады, а затем идет точечное распределение по магазинам города. Система отлажена в двух направлениях – опт и розница. Для каждого покупателя созданы свои условия. Именно здесь вы можете приобрести карнизы для штор по ценам производителя. Трехрядные с декоративной плашкой, разных цветов. Они придутся по вкусу даже самому взыскательному покупателю. Длину вы выбираете сами, учитывая площадь помещения. Эти карнизы можно крепить с легкостью на потолок, либо с помощью кронштейнов на стену. Также в нашем отделе представлена альтернатива кафельной плитки. Это такая пластиковая панель, с помощью которой любая хозяйка может украсить свой кухонный фартук. Также здесь, в торговом доме «Арман», в отделе европейских стройматериалов, вы можете приобрести колера, пуфомикс и полежмикс.
К слову дополнить, Полижмикс выпускается в России. Он, естественно, на порядок дешевле, чем Пуфамикс, родиной которого является Германия. Но оба товара по качеству ничем не отличаются друг от друга, разве что ценой. Полижмикс также прекрасно растворяется и имеет глубокий цвет. В нашем отделе представлены гибкие порожки для линолеума одного цвета с плинтусом и с отделочными уголками. А еще многих обрадует наличие раскладок для кафельной плитки различных цветов. Такие вещи в Актубе можно найти, но с трудом. Если вы сторонник эко-мебели и у вас есть предметы из дерева, то не поскупитесь на огнебиозащиту. Эта косметика защитит дерево от пожара, грибка и природных вредителей. Из представленного ассортимента вы найдете все для любых отделочных и строительных работ. Это водоэмульсия, напольные плинтуса разной цветовой гаммы, включительно и для столешниц. Краска колер, которая используется без смешивания с водоэмульсией. Декоративные обводы для труб и многое другое. Выбирайте для себя самое лучшее и качественное в отделе строительных материалов в торговом доме «Арман». Дорогие друзья, я от всей души желаю вам хороших перемен в вашей жизни. А еще не бойтесь экспериментировать. Смело и уверенно действуйте. Но лучше, если это будет по чутким руководством профессионала. Для того и создан проект «Декоративные страсти», где работает дизайнер, мастер своего дела Раушан Мухамбеткалиева, за что ей огромное спасибо, что она все это время с нами. Я прощаюсь с вами ровно на неделю. Увидимся в следующее воскресенье в проекте «Декоративные страсти». Тепла и уюта вашему дому. Генеральный партнер проекта «Декоративные страсти» – салон «Идея декора». «Гардиан» – профессиональное решение для ценителей безопасности, надежности и красоты. «Гардиан» – стальные двери и надежные замки. Yeah.